66 бичанок элегантного возраста в преддверии весны собрались в Центральной городской библиотеке имени Василия Макаровича Шукшина. Жить активно, мыслить позитивно – кредо этих женщин. Мы с вами вместе делаем одно большое дело, решаем одну самую главную и очень серьезную задачу – зажечь своими горячими сердцами, заохотить и продлить молодость людям, которые в этом нуждаются. Пусть от жизни бурлит, пусть мы с вами вот настолько вдохновляемся всеми позитивными, хорошими делами и, конечно, ярким солнышком. А для всего этого нам же с вами тоже нужна энергия. А самая главная энергия женщины – это ее красота. Поймали на себе восторженные взгляды, получили бурю аплодисментов и почувствовали себя королевами красоты. Это все о бичанках, которые побывали в роли моделей и продемонстрировали комплекты одежды. Волнение такое, знаете, прям как на настоящем подиуме. Аплодисменты, улыбка своих подруг, всех присутствующих в зале. Очень приятно. Наверное, еще надо попробовать. О том, как быть не только красивыми, но и счастливыми, бичанкам рассказал психолог. А вот секретами здорового и правильного питания с женщинами поделился нутрициолог. Для нашей кожи красоты, для сияния глаз нужен витамин Е, мы о нем все знаем, витамин С, как ни странно, это влияние кожи, то есть это формирование наших клеточек. Это белок, или мясо, или творог, то есть вот что, это строение клеточек, то есть чтобы регенерация наших клеток была. Это омега, рыбка, если из продуктов, или если не кушаем рыбку, значит мы ее дополняем или восполняем витаминами дополнительно. Правильное питание, здоровый образ жизни и позитивный настрой. После 40 жизнь только начинается. И это жительницы Наукограда доказывают на своем примере. Дарья Федоркина, Андрей Сигаев. «Будни».